привет! Меня зовут Арина, и сегодня, во Всемирный женский день, мы решили провести интересный эксперимент. Посмотрим, что же выберет прекрасная половина Конакова – вкусную ароматную пиццу или букет цветов. В этом мне поможет команда «Додо Пицца», салон цветов «Амелия» и команда «Конакова Онлайн». Что ж, вперед! Здравствуйте, как вас зовут? Дмитрий. Здравствуйте, Александр. И меня зовут Олег. Это Денис. И Владимир. Кого вы в первую очередь хотите поздравить в Международный женский день? Супругу. Сначала жену, потом мать, потом тещу. Маму, жену, дочку. Конечно же, свою младшую сестренку. Ну, наверное, жене. Давайте вы позвоните вашей супруге и спросите, что она больше хочет на 8 марта. Цветы или пиццу? Главное, чтобы еще и жена трубку взяла. Так, не на громкое, да? Да, Сань, что такое? Алена Андреевна, скажите, пожалуйста, а что вы хотели бы на 8 марта? Цветы или пиццу? Алло, Оль, на 8 марта что хочешь, цветы или пиццу? Мам, привет. Привет. Ты на 8 марта что хочешь, пиццу или цветы? Да. Алло, Александра. Да, у меня к тебе есть очень нескромный вопрос. Что бы ты хотела на 8 марта? Цветы или пиццу? Цветы или пиццу? Пицца. Выбирай, надо то или то сказать. Алло, Маш. Да. Маша, вот ты что хочешь больше на 8 марта, цветы или пиццу? Цветы. Вкусную пиццу. Да, лучше пиццу. Лучше пиццу? Хорошо. Дети поедят. Хорошо. Пусть будет пицца. Все, спасибо. Будет тебе пицца. Несмотря на то, что ваша супруга выбрала пиццу, мы вам дарим также цветы от салона «Амелия» и нашу прекрасную «Додо» пиццу. Спасибо большое. Поздравьте, пожалуйста, обязательно вашу супругу с праздником. А вам хорошего дня. Взаимно, девочки, вас тоже с Международным женским днем. Благодарю вас за сюрприз. Это ваше. Спасибо. Спасибо. Мы вам дарим и пиццу от Додо, и цветы от салона «Амелия». Держите. Спасибо большое. Обязательно поздравьте вашу сестренку с 8 марта. Хорошего вам дня. Хорошо. Спасибо большое. Вас тоже с наступающим праздником, с Всемирным женским днем. Спасибо. Желаю, чтобы ваш этот день был наполнен больше цветами и яркостью, и отсутствием снега, как сейчас на улицах, к сожалению. Но чтобы в душе всегда было весна. И пиццей, правильно? И пицца. Ну, вот такие итоги у нас и получились. Большинство девушек выбрали пиццу. Но, несмотря на это, мы никого не оставили в меньшинстве. И подарили и цветы, и пиццу. Но от всех нас мы хотели бы вас поздравить с Международным женским днем. Пусть вас окружает любовь, забота. Ну и, конечно же, пицца и цветы. Всем пока!